Всероссийское общество инвалидов отметило 29 лет со дня образования. И пусть это пока не юбилей, в Ленинском районе этот праздник никогда не обходят стороной. Ведь в обществе инвалидов каждый человек с ограниченными возможностями может найти поддержку. Здесь трудятся неравнодушные люди, опирающиеся на многолетний опыт. Они помогают инвалидам вести полноценную жизнь, а также большое внимание уделяют их защите прав и интересов. Все это благодаря помощи и поддержке, прежде всего, администрации Ленинского муниципального района, наших добрых друзей-спонсоров, представителей торгово-промышленной палаты. И, как говорится, у нас очень хорошая команда, которая нам помогает, и нам с этой помощью у нас очень тесные взаимоотношения, и нам хочется работать и делать добро. Несмотря на то, что людей с ограниченными возможностями много, социальные работники стараются успеть помочь всем. Зачем бы ни обратилась, все помогают. И Наталья Алексеевна у нас председатель, просто золотой человек. Помощь оказывает ежедневно, можно сказать, с каким бы вопросом к ней ни обратилась. Вот сейчас организовала нам встречу с врачами, в центре Веры мы ходили. Просто замечательно, довольны все. В теплой семейной атмосфере администрация Ленинского района поздравила общество инвалидов, вручив подарок на память. Совместно мы будем делать очень много добрых дел. Мы всегда готовы, поддерживали и будем поддерживать вас во всех ваших добрых начинаниях. Еще раз, вы наши, а мы ваши. Самое большое желание для общества инвалидов в Видном – это дом, в котором сможет поместиться их вся большая семья. Валерий Венцель пообещал, что поможет исполнить эту мечту, и в будущем юбилейном году они все вместе отметят долгожданное новоселье.